Глава Карачаева-Черкесии поручил главе администрации Джигутинского района в ближайшие 2 года сделать акцент на развитие реального сектора экономики. В формате двухсторонней встречи Рашид Тимрезов и Мурат Лайпанов обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в районе, итоги первого полугодия. Уджигутинский район успешно участвует в приоритетных национальных проектах, республиканских программах. Глава Карачаева-Черкесии поручил Мурату Лайпанову в ближайшие 2 года не сбавлять хороших темпов строительства социальной инфраструктуры, которые набрал район за последние 10 лет, и далее сконцентрировать на развитии экономики, создание новых рабочих мест, открытие новых предприятий.